у нас вообще сельскохозяйственное производство. Растения выращиваем. Используем для выкопки, пересадки по совместительству. Погрузочно-разгрузочных работ мы его используем. Любое дерево можно перевести, опять же, здесь надо смотреть по объему ковша, да, то есть если у нас трехкубовый ковш, да, он справляется с ним на ура. В плане поднять, там, опустить, выгрузить, то есть такие моменты. По комфорту сиденье удобное, сидеть удобно, мягко, плавно. Печка, кондей работают. По производительности, да, мощности хватает, гидравлики хватает. Замена фильтров и масла у нас в основном дилер занимается этим. Работа дилера, ну, хорошо, отлично. Ребята молодцы. Меняют все, следят, смотрят.